Сейчас на сцену я с большим удовольствием буду приглашать квартет под руководством одного из выпускников, как мы говорили, Александра Сипягина, этого коллектива. Но до этого позволю себе напомнить, что ровно 8 лет назад, в 97 году, осенью, на этой сцене Саша Сипягин был в гостях этого зала. Он тогда ходил в нашем постоянном сказал. Евгений Викторович. Один из известнейших на сегодняшний момент российских джазовых барабанщиков. Бас. Антон Ревнюк. Новое поколение. Но уже очень известный контрабасист. Сегодня на бас-гитаре. И за рояль я приглашаю Алексея Беккера. А руководителю говорить нечего. Вы его знаете. Пьесы известные, неизвестные, ничего не будем говорить. Не важна музыка, а не название. Итак, квартет Александра Сипягина.
представить участников моего квартета, которые абсолютно ничем, а может даже еще и лучше, абсолютно ничем не отличаются от американцев, которые были в марте в Ярославле. Я очень счастлив, так сказать, играть со своими друзьями из Москвы. Евгений Рябой, Антон Ревнюк, Алексей Крекин. Это была общеизвестная композиция «Invitation», что в переводе «приглашение». Джимми Книпер, да, написал. И спасибо за приглашение, так сказать. Мы продолжим двумя композициями известного гениального композитора Пэт Метхени, который является символом джаза в наше время для всех, для всего мира, для всех гитаристов и для всех музыкантов, который лично написал мне две композиции для моего альбома, который только что вышел два дня назад. Первая композиция медленная, которую он меня попросил назвать, я назвал ее «Снова».
далее.